Родительству стоит учиться, родительству стоит учить. Под таким лозунгом Магадан посетил Алексей Гусев, секретарь Координационного центра общественной организации Национально-родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Деятельностью ассоциации охвачено 83 региона страны. Магадан оказался первым на линии маршрута посещения филиалов на Дальнем Востоке. Гостя из Москвы встретил мэр Магадана Юрий Гришан. Вместе они обсудили современные проблемы дефицита семейных ценностей и необходимость развития родительской ассоциации на территории областного центра. В Магадане у нас есть тоже свое отделение, и я впервые в качестве руководителя организации здесь, в городе, и для нас очень важно, ну, во-первых, повстречаться с родительским активом, с руководством города, и обсудить вопросы развития очень интересной инновационной площадки, которую уже вот мы открываем на площадке школы номер 4. Эта инновационная площадка будет посвящена вопросам родительского просвещения, вопросам формирования диалога семьи и школы. В рамках деятельности Национальная родительская ассоциация выступает организатором различных тематических мероприятий в учреждениях, направленных на повышение семейных ценностей. Конкурсы видеороликов, оформление личных фотоархивов, создание краеведческих музеев и многое другое. В Магадане площадку для диалога семьи и школы создадут на базе общеобразовательной школы номер 4. Но мы еще пришли к выводу, что очень таким действенной формой работы является клубная форма работы. И вот в 2018 году первый наш был опыт, это мы создали клуб совместно с родительской ассоциацией и вот библиотекой в нашем районе рядом расположены «Семья в пространстве диалога». 4 заседания в год, какие-то проводили в школе, какие-то на базе библиотеки, мы довольны, и родители, и дети. Самое главное, что это было интересно. Побывав в Магадане, Алексей Гусев посетил мемориальный музей-квартиру Вадима Козина. По словам руководителя родительской ассоциации, атмосфера помещения передает огромное жизнелюбие, скромность поэта и его любовь к творчеству. Ощущение от этих вещей окрыляет. Из столицы Колымы Алексей Гусев полетит на Чукотку в Анадырь, а затем по списку в Петропавловск-Камчатский. Как отметил гость из Москвы, нельзя все сводить к школьному образованию. Родительству стоит учить.